А, мамочка, я на это не подписывался. Посмотрите, какой зомби-апокалипсис. Мама. Ты и понятные схемы заработка в интернете без вложений с нуля на нашем проекте Heroon Money на Ютубе, ВКонтакте и Телеграме. Пламенный певец, с вами незнакомый чувак в незнакомом костюме. Да, я вовсе не Heroon. Угу. Знаете, в чем дело? Короче, Heroon заболел, у него дефицит лайков в крови. Вы лайки не ставили, у него теперь дефицит лайков в крови. Он зачах, бедный, заболел, у него депрессия, творческий кризис, сказал, да ну в жопу все, и пошел удалять канал. Я сказал, да, чувак, зачем удалять? Мы всегда успеем удалить. Давай так, ты мне дашь канал погонять на пару недель, а я тебе все сделаю. Так что, друзья мои, давайте так, и вы соберете 500 лайков под этим видео, точнее нет, нам нужен один единственный лайк, который, дорогой друг, именно ты поставишь под этим видео, потратив всего лишь на всего полсекунды времени, а я буду убеждать Heroon вернуться на канал, потому что мы все скучаем без Heroon, да, правда, правда ведь, вот, так что, такие дела, ребятки. Во-во-во-во-во, ребят, давайте, давайте, энергичнее, энергичнее, а то иначе мы с вами никак не излечим Heroon. Ну, а я сегодня буду выживать вместо Heroon в мире, вот в такой вот коробке. У меня всего лишь навсего одна жизнь, то есть если я умру, все, ГГ. Зайти в мир я больше не смогу. Вот, и попытаюсь выжить хотя бы 100 ночей. Каждую ночь у нас врагов становится все больше, все хуже. И в том числе голод усиливается, и монстры приходят. Обещали, что боссы на сотую ночь прилетит иссушитель. Вроде бы. Не знаю, надо пробовать. Ну что, ребятки, поехали. Лайки поставили. О, молодцы, ребятки. Спасибо вам. Чисто херобринское. И молодцы те, кто узнали, что я херобрин. Поехали. Что земли здесь много, мне нужно еще разравнить территорию. Так, давайте вот что сделаем. Первое, сделаем верстак, сделаем каменную кирку, деревянную кирку. В этот раз я стал умнее. В этот раз я все-таки, надеюсь, выживу. Поехали. Нам нужна каменная деревянная кирка. Две палочки. Быстро бежим вот до той горы, потому что уголь нам тоже нужен. Нам нужно немножко освещения. Вот. В этот раз у нас есть коровы. Самое забавное, что каждый раз в коробке разные содержимое. Это интересно. В прошлый раз коров не было. Это я точно помню. Но тут, скорее всего, коров я попытаюсь заманить в свои объятия. Хотел сказать. Ладно, не буду говорить ничего, потому что это очень странно. Так, а в этот раз изумруд там будет, нет? Знаете, день сурка. Ну вот, у нас сегодня день сурка в Майнкрафте. И моя цель вообще-то на самом деле не то. Во-первых, выжить. Во-вторых, выбраться из этой обсидиановой коробки. Точнее, бедроковой коробки. Легальным способом. Выживание. Я даже знаю, как это сделать. Да, коровка? Так, две коровки, две коняшки. Коняшки — это кожа. Кожа мне понадобится для кожаной брони. Так что, коняшки, не уходите далеко. Вы нам еще понадобитесь. Живыми. Так, окей, надо каменную лопату. Я не знаю, каменная лопата — это, по-моему, бесполезная вещь, наверняка. Ну и мобы здесь тоже сильнее обычных, причем намного. Поэтому каменные мечи — это, конечно, дерьмо полное. Но хоть что-то. Теперь, нам нужны блоки для строительства. Плюс ко всему, нам нужно придумать, как защититься от пауков. Я думаю, что сейчас я сделаю очень хитрую вандервафлю. Значит, давайте вот что сделаем. Покуда у нас 8 минут, сделаем себе хоть одну каменную кирку. Можно делать сразу две. И нужно рубить деревья. Так, для этого делаем каменный топор, чтобы сэкономить время. Да, я не успею в этот раз снова. Моя ошибка в прошлой ночи была в том, что я, простите, слишком долго задержался у этой горы. Или норы, или я не знаю, как там назвать ее правильно. Поэтому в этот раз я буду умнее. Так, давайте в этот раз сделаем вот так вот. И защиту от пауков, блин, обещанную. Я надеюсь, что это сработает. То есть паук не сможет просто взять, подойти вот так вот, сделать. И нет Heroon. Точно, то есть Heroon здесь нету. Я незнакомый чувак в костюме. Какой Heroon? Не знаю никакого Heroon вообще. Точнее, он мне знаком, он мне отдал свой канал, но вы сами все понимаете. Так. Главное не забыть потом голос изменить. А, коровки, знаете, а у вас нельзя привлечь сеном мне? Не? Пойдем со мной. Красавица моя. Давай. Давай, знаешь, что сделаем? Вот тут подземные реки сделаем. Давай. Иди сюда. Ладно, хватаем вот это дерьмо. Блин, у меня времени вообще в обрез. И давайте вот что сделаем. Посмотрим, сколько у нас дерева. Ни на что дерева не хватит, поэтому сейчас еще попытаемся семена собрать. И нужно где-то железо искать.
Срочно, 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 срочно. Вот это дерево тоже сейчас срубим. Уголь у меня есть. Я смогу сделать факела, чтобы мобы не спавнились у меня на базе. Ух ты ж, ёп, перный театр. Ты смотри, тут сколько ништяков. Все, хватаем, ребята, это дерьмо. Так, ребята, у нас, по-моему, все. Время закончилось. 8-9 минут прошло. Сейчас начнется ночь. Когда появится надпись «Ночь началась», будет уже совсем поздно. Так, саженцы, две штуки, кожа. Я вижу кожу. Кожу в первую очередь на броню потратим. А в принципе, в войне на Майнкрафте, по-моему, ее больше и тратить некуда. Просто-напросто. Так, давайте вот немножко пожадничаем. Поставим столбик и скопаем туда. Все. Теперь усиливаем защиту очень быстро. Черт побери. Вы не представляете, как у меня жопа сейчас горит. Она просто полыхает. Стресс. И сейчас появятся еще скелеты. И сушители. Или кто их там? Ну, не сушители, а эти. С каждым днем, кстати, здесь будут появляться разные существа, насколько я понимаю. Так, корова, давай. На базу. О, молодец, у меня теперь корова на базе. Так, через одну дырку она не пройдет, поэтому такое. Так, ну чё, сейчас мы вот здесь все такое. Битрут в Майнкрафте. Что это? Ребята, чё-то я давно в Майнкрафт не играл. Все танки я обозревал, роботов, нанороботов, нанотанки. Смотрим. Мне вот просто интересно, пауки смогут сюда забраться или нет? Вот это самое главное. Япона, мать! Ничего себе, сколько вас здесь. Так. Если они умеют ломать блоки, то это будет очень печально. Я просто не знаю, умеют ломать они землю или нет. В теории. Эти пацаны должны падать... Нет, они не падают, они ходят вокруг да около. Так, Не-н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 е. Слушай, точно, ты слышал, как они орут? А что, если туда налить лавы? Надо поискать лаву. Так, окей, коль скоро здесь есть сундуки с сокровищами, как мы с вами убедились, возможно, вон там, в том дереве, тоже есть какой-то сюрприз. Эй, эндермен. К черту эндерменов. Так, знаешь что? Давай попытаем прокопаться. Куда-нибудь. Короче, работаем следующим образом. Смотри, мы выкапываем эту дырку. Слушай, это уже не выживание, это какая-то головоломка получается. Я доволен. Спасибо Герону, что он мне посоветовал эту карту. Действительно офигенная вещь. Потому что теперь мне нужно где-то достать еду, которой нигде нету. Смотри, что я придумал. Мы заливаем... Так, ага, там вроде бы свет есть. Здесь... А, нам не обязательно дневной свет. Точнее, не дневной свет, а таких биолюминесцентных лампочек. Но тем не менее. Здесь есть вода. Соответственно, мы сейчас быстренько вот так вот делаем. Сажаем сюда семена всего, что у нас есть. Дай бог это вырастет. Знаешь что? Стоп, там же костная мука ходит. Непекайная. И нам нужно какой-то факел поставить, чтобы наверняка росло. Теперь мы немножко расширим эту поляну. Вроде бы, как видишь, никто там по воде ко мне не может приплыть. Но я очень боюсь, что маленькие зомби высотой в один блок ко мне придут. С другой стороны, в Minecraft 1.7.10, может быть, этих зомби и тогда и не было. Не знаю. Если хочешь узнать, можешь сходить посмотреть мои обзоры на новые версии Майнкрафта. Блин, так жалко корову. Ставь лайк, если согласен. Нет, давай так. Мы поставьте слово «корова» в комментариях под видео, чтобы я знал, что не один я тут грущу о моей буренке, безвинно погибшей. Так, я сейчас пытаюсь максимально расширить мою пасеку. Не пасеку, а огород. Так, друзья, надо строить ловушки. Надо строить ловушки. Без этого вообще никуда. Так, значит так, для этого мы делаем следующий ход конем. Нет, нам нужно вот так. Вот так. И нам нужна костная мука. Подходите по одному. Давайте. Вот. Господин слева, я вас вижу.
Конечно, есть минус тот, что сейчас я их убиваю. И прицепом здесь идут пауки. Возможно, я смертельно рискую. Так, окей, у меня есть время. Так, мелкий засранец меня сейчас убьет. Окей. И... Так, засранец, не заставляй меня начинать снимать все это сначала. Вот, гнилая плоть. Стоит ли ее есть или нет? Только в крайнем случае, когда я все потеряю, тогда, может быть, я буду рисковать. Так, а как же мне строить ловушки-то? Фух, ребята, я выжил, черт побери. Так, план действий следующий. Пока у нас день, я буду работать, потому что работа тратит еду очень быстро. Днем у нас еда не тратится, соответственно, работать нужно днем. Ночью развлекаться тем, что отбиваться от мобов, наверное, если играть по тактике. Мы с вами великие тактики и стратегии. Не знаю, как вы, но вот я, да, хочу по тактике. Вот, и, конечно же, немножко угля, на котором я смогу что-нибудь пожарить. Да шо ж тут дырки-то сплошные? Кто так строит? А? Ну чё, проверяем. Вторая ночь началась. Я застрял в текстурах. Отлагай. Я надеюсь, что в этот раз я выстроил защиту правильно, и меня никто не убьет. Потому что я сейчас не вижу, лезет ко мне кто-то в мою коробку или нет. На всякий случай вот делаем вот так. И знаешь что, надо еще тапочки скрафтить, кожаные. Понятное дело, что это не защита, а, извините, одно название, но тем не менее, хоть что-то. Так, и нам нужно какой-то красивый подъем, чтобы не затоптать наши немногочисленные посевы. В жизни бы не подумал, что у меня будут посевы в дефиците. А чего они так медленно растут? Кто в теме? Я вроде все по фэншую делаю. Все как написано. Это все, на что она способна. Битрут этот несчастный. Ладно. Хотя бы есть автопрыжок, и на том спасибо. Спасибо. О, ребята... У нас дозорный появился. Так. Ой, ё-моё. Если сейчас криперы начнут взрываться, будут проблемы. Ждем. Мне нужно сейчас убить скелета или паука. Мне бы идеально, если сюда паукан заползет. Пауки. Кис. Секунду. Ждем паука, когда у нас появится чуть поближе. Я хочу одну единственную ниточку. Для одного очень хитрого... Блин, надо все-таки из камня все это строить. Ладно, так и быть. Давайте потратим костную муку, посмотрим результаты. Одна солома. Это не очень. Битрут. Один битрут, и он... А его сырым можно кушать? А, стоп, подожди. Тебе на семена можно же переделать? Черт, что я сделал? Ладно, маленький мисклик. Раз, два, три, четыре, пять. Битрут, расти. Блин, не будь капризным. Так, окей, хорошо. Битрут можно пожарить. По-моему, это свекла, ребята. Это ничего загадочного. Это свекла. И где-то у нас была печка. А, это не в этой инкарнации. Окей, это было в прошлой инкарнации. Так, хорошо. Делаем печечку и попробуем пожарить нашу свеколочку. Так вот. А может быть, ее нужно варить в котле? Не знаю. Сейчас посмотрим. В смысле? А, из нее можно делать супчик. Подожди. Надо было все-таки этот... девайс для изготовления. Так. Так. Нет? Секундочку. Так, друзья мои, фиг там плавал, нам нужно целых 6 свеколок, чтобы сделать свекольный супчик. Да вы издеваетесь. Ладно, живем так. Полсердечка. Короче,
эта самая свекла еще более бесполезная, чем я думал. Что же мне делать там? Яблоко съесть, что ли? Не хочется. Придется сейчас рассчитывать на пшено тогда. Так вот, и все. У нас два пшена. Но коров мы сможем теперь заманивать и разводить. Ура! У нас будет мясо. У нас будет кожа. У нас будет хоть какая-то одежда. А то ходить голым как-то уже неудобно. Прямо перед вами, прямо скажем. Так. Давайте тапочки сделаем. Хотя надо было, наверное, на шапку копить. Это было бы логичнее и правильнее. Хорошо. Теперь. Ждем окончания ночи. И пытаемся убить кого-то из пауков. Может быть... Слушайте, а как же мне это сделать-то? Я сейчас придумал новую ловушку для мобов. Короче, смысл в чем, смотри. Так. Ага, здесь есть дырка. Отлично. Короче, смотри. Если какой-то мелкий одноблочный засранец попадет, он попадет в вот эту дырку. Поэтому мы делаем вот так вот. И теперь мы начинаем бить мобов, которые уходят вокруг. Всяких там криперов. Крипер, иди сюда. Всяких там скелетов. Главное, чтобы самому не упасть в эту дырку. Ну ты, то есть, смысл понял, да? То есть, если мелкий засранец одноплочный попадет, он попадет в эту дырку и оттуда не выберется. Вот. Все, что я и хотел. Мамочки моя, я что-то не пересчитал, не так. Нет. Они, оказывается, друг друга выталкивают. Да ну нафиг. Сюда телепортироваться. Герон мне говорил, что эти чтения сделало человека человеком. А вовсе не игра в Майнкрафт, как я раньше думал. Так, ребятки, ничего годного не выпало из них. Гнилая плоть. Так, железика из них не выпадает. Хорошо, ловушка работает. Только нужно вот так ее усовершенствовать. Не. Наверное, знаешь, как мы сделаем? Вот так ее усовершенствуем. Чтобы наверняка... Вот, отлично, ребята. Давайте, падайте. Слушайте, это просто огонь, а не ловушка. Так, давайте вот сюда. Давайте, падайте. Давайте, иди сюда. Пацан к успеху ушел, я знаю. Давай, гол сюда. Блин, ни хрена не видно, что они там делают. Они, наверное, уже начали понимать, что это дело табак. Там дырка. Или отверстие. Как правильно? Вернись ко мне, пожалуйста. Во-во-во-во, все, ребят, третий день, сейчас быстренько всех убиваем, пока они не исчезли. Для этого мы сейчас немножечко вот так сделаем, Так, и немножечко вас убиваем. Стоп, они не исчезают. У нас начался третий день, и они не исчезают. Но продолжают падать в нашу дырку. Это уже интересно. Я просто надеюсь, что с них выпадет морковка, а морковка дает две сытости, и выращивать морковку в миллион раз выгоднее. Обратите внимание, нам попадаются пока тупые зомби. Скелетов нету. А скелеты это... И у меня тратится сытость, как не в себя. Опа-на. А вот так вот вам. У нас теперь легкий режим. И крипер настоящий. Все, ребят, пора лавочку прикрывать. Ёшки-матрёшки. Так, ну-ка-ся-накася. Блин, это меняет дело. Тогда меняем стратегию. Костлявые. Слышь, вы, костлявые. Блин, что же мне делать-то? Что же мне делать? Как же мне выжить? Надо подумать. Ой, ё-моё. Так, нам нужно, наверное, еще больше посадить растений. Потому что, ну, их не хватает просто категорически. И развиваться нужно было... Не, ну я, конечно, могу гнилую плоть использовать, если совсем оголодаю. Совсем все плохо станет. Но вы сами понимаете, гнилая плоть, она дает голод дополнительный, а нам это не очень нужно. И свеклы, конечно, очень мало. Всего очень мало. Так, а сколько у нас здесь блоков? Тут практически в никуда мы сейчас упираемся, понятно. А там у нас что, стена? Да, у нас здесь стена, здесь можно эту штуку сносить с чистой совестью, отлично. Место для коров я в другом месте поставлю. Эпичный момент, полсердечка.
Я задел ловушку, здесь бомбанул крипера. Случайно проходил мимо ловушки, он смог как-то взорваться. Я думал, что я должен находиться рядом, чтобы он взорвался. А нет. Хорошо, костная мука, 12 штук, 18. Наверное, сейчас попытаемся хлебушек сделать себе. Осторожно, чтобы, не дай бог, не потратить хлеб впустую. Так, и знаешь, что еще? Я, наверное, не буду подниматься и лишний раз тратить голод. Но это неожиданный поворот событий. Я этого ну никак не ожидал, что у меня днем останутся монстры. Я думал, что они всегда будут пропадать. Она нет, игра такая сказала, иди-ка Герону жопу. Ай-я-моя. Хорошо. Значит, скелеты нас способны обеспечить едой на первое время, это очень важно. Но мне нужно каким-то образом докопаться до железа. Так, это все непросто, ребятки. Очень непросто. И плохо то, что здесь, видишь, нужно скакать. Вокруг, скорее всего, нужно будет все-таки сделать везде лестницы, на которых у меня нет дерева. Так, мне нужно восстановить сытость в срочном порядке. Один выстрел от скелета и все, и ГГ. Меня такой вариант не устраивает. Ну, буду ждать, выращивать и никуда не высовываться. А что делать? А потом запущу ловушку снова. Так, сено получилось. Секунду. В принципе, я уже понял, что я неправильную стратегию выбрал. Абсолютно. Но переигрывать я не буду, потому что мне очень интересно ваше мнение. В следующей серии мы начнем с нуля. Наверное, с другой стратегии. Потому что, ну, мне сейчас придется с каждым ночью и днем, как оказывается, у меня будет повышаться уровень сложности. То есть он идет сейчас в хардкоры. А в хардкоры очень быстро тратится голод. Плюс ко всему, у меня абсолютно решительный... А, стоп, что я расстраиваюсь. Мы сейчас можем сделать лук. Попробовать построить нашу ловушку заново. Да, мы сейчас ее построим заново. И попробуем поймать все-таки скелетов. Так, давайте попробуем восстановить эту дырку для нашей ловушечки. Потом снова половим нашу дырочку разных интересных мобиков. А потом... Главное, чтобы они оттуда не выскочили. Вот, потом. Я, в принципе, установил почти все, что можно. Крипера это не надо. Это не надо. Если они сейчас бабахнут, все будет ГГ. Пишите ваше мнение в комментариях. Нравится вам такое выживание, которое требует наличия мозгов, как оказывается. Ребята, я изменил свое мнение о Майнкрафте. По-моему, это дорого стоит. Оказывается, тут и мозги нужны. Тут не только домики строят. Я такой, блин, как же мне только коров теперь заманить? Надо было изначально это делать, конечно, в первые дни. Сейчас выудить коров и заманить в мое логово, чтобы я их мог разводить, получать мясо и кожу, что немаловажно, довольно сложно. С криперов упадает порох, но криперы, они очень слишком опасные, чтобы ими пренебрегать. Давайте пойдем посмотрим, нет ли у нас костлявых друзей. Костлявые друзья, идите сюда. Давайте. Костлявые друзья. Слышь, go сюда. Ну а что будет дальше, вы узнаете в следующей серии. Благодарю за просмотр, за подписку, лайки. Мы с вами попытаемся все-таки здесь выжить. Максимальное количество ночей. Наверное, хотя бы десяточку. А потом попытаемся отсюда выбраться. Посмотрим, как это можно сделать. У меня есть план, но у меня пока что нет ресурсов. Мне очень нужно железо. Для того, чтобы сделать хотя бы ведро. Чтобы хотя бы найти, сделать нормальное поливание своих ферм. Возможно, я дурак, нужно было фермы строить где-нибудь под потолком. Просто построить вот так вот стены, чтобы мне не могли стрелять скелеты. Где-то под потолком сделать ферму. Им даже освещение было бы не нужно. Не знаю, пишите то, что вы думаете об этом в комментариях под видео. Всем удачи, всем пока.